Я сижу в Новом Белгороде. Я сижу в Новом Белгороде в парке. И рядом с администрацией, то есть я, чтобы вот здесь ну здесь просто очень красиво, очень спокойно, очень тихо и очень хорошо. Сегодня был такой странный день. Сегодня был очень странный день, и я, с одной стороны, все хорошо, то есть я постепенно выздоравливаю, более или менее все хорошо, голос возвращается. А с другой стороны, я очень поздно легла спать, я бы даже сказала рано, в 5 часов утра, мы что-то разговаривали с моими новыми друзьями обо всем на свете, это было очень весело. И я до сих пор под впечатлением, и сейчас я просто пришла в такое спокойное место, чтобы, может быть, отдохнуть, может быть. Я сегодня прошла достаточно много по Белграду, то есть сделала такой крюк, дошла до леса в районе Звездара, и вернулась обратно. Поэтому я очень много прошагала сегодня, еще и по жаре вот такой. И я хочу сказать, что я успела побывать на рынке, побывать итальянкой, parlo italiano для них, побывать, я уже не знаю кем, сейчас меня в магазине опять в ушце ловили. Зачем я снимаю? Что я снимаю? Ну я же научилась, я уже сказала, что я с Премом Неко видео желем да паш, в общем, хочу отправить видео за избор, чтобы можно было тот, кому я отправляю видео, сделать выбор, что же я хочу купить в этом магазине. То есть такая, это их успокоило, они ничего мне больше не сказали, поэтому окей, немо везе, все прекрасно. А попала вот этот цыганский рынок, это, конечно, ахтунг. Они очень агрессивные, они такие, ну, цыгане, что говорить. Я так понимаю, что там ворованные вещи, все ворованное, а я тут с камерой такая умная. Они подняли там крик. Но ничего страшного, я быстро ушла оттуда. Все было нормально. Просто что я не знала, сама не знала, куда залезла, было ощущение, что я залезла рукой в осиное гнездо. Вот. И потом я вернулась на рынок, где овощи, фрукты, опять пошла по рынку. Продавцы тоже начали говорить, вы итальянка. Но люди стали, видимо, привыкать, что у них много туристов здесь, и может быть кто угодно, и плевать, что у человека крестик, да. Неважно. Итальяно. Не сам итальяно. Русский не сам. Вот. Поэтому у меня сейчас еще такой прононс местный появился из-за насморка. Вот такое. Оу. Я сам русский. Не сам русский не. И да. И я сейчас приехала, чтобы зайти в Ушце и купить воды, попробовать самые разные. Сейчас я хочу попробовать воды.